Здравствуйте, подписчики канала «Дача без проблем». Меня зовут Денис. И сегодня я покажу, как сеять петунию, чтобы она начала нас радовать своим цветением уже в мае. Также поделюсь секретом для ее правильного выращивания. Поэтому обязательно досмотрите видео до конца. А для тех, кто не подписался, обязательно это сделайте и подпишитесь на наш канал. Для начала давайте разберемся, для чего стоит сажать петунию из семян. Петуния – теплолюбивое и долгорастущее растение. Россия, к сожалению, не входит в число теплолюбивых стран. Ее цветение при посадке семенами у нас начнется только в конце лета, поэтому мы и выращиваем ее через рассаду. Также мы можем отследить качество и здоровье семян и на любом этапе отсеять одно из больных растений. Ну что, приступим к посадке. Семена мы сеем поверхностно, поэтому в заранее подготовленные кассеты с грунтом мы делаем небольшое углубление. Итак, начинаем делать углубление при помощи бамбуковой палочки, буквально 1-2 миллиметра. В углубление мы посеяли семена, и при помощи этой же бамбуковой палочки мы их чуть-чуть вдавливаем. Затем поливаем петунию из распылителя, и так мы будем поливать ее до самых всходов. Накрываем пленкой и убираем в теплое место до появления всходов. После того, как посадили семена, начинаем правильный уход. Но помните, что уход отличается до всходов и после всходов. После посадки необходимо создать эффект мини-парника. Что нам это даст? Позволит удерживать влагу и повышенную температуру. Проветривание. Что нам это даст? В целях избежания заражения семян грибковыми заболеваниями мы должны проветривать растения минимум 2 раза в день по 20-30 минут. Умеренный полив. Чтобы влага равномерно распределялась по почве, мы используем пульверизатор. Достаточное освещение. Контейнер должен находиться на свету. Очищать крышку и пленку контейнера от влаги, чтобы не было конденсата. После того, как семена прорастут, подход меняется. После появления всходов убираем крышку. Поддерживаем температурный режим 18-21 градус. Обеспечиваем качественное освещение, используя фитолампу. В феврале-марте мы досвечиваем по 12 часов. Полив. Поливать нужно умеренно, по мере подсыхания верхнего слоя. После посадки петунии всех интересует самый главный вопрос – когда же нам ждать цветения? Конечно, не стоит забывать, что в первую очередь это зависит от климатической зоны, где вы проживаете. Но при соблюдении всех перечисленных условий петуния порадует нас своим цветением уже в мае месяце. Вот мы и посадили петунию. Согласитесь, ничего сложного в этом нет. Зато цветение нас порадует с вами уже весной. На этом я с вами прощаюсь. С вами был Денис. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк, если понравилось видео. Если есть вопросы, пишите их в комментариях. До скорых встреч!